Всем привет, привет, это канал Котик на Котик. Сегодня у нас будет что? Распаковка. Давай. Даю. Достаю и даю. Моя сыночка. Которую ты заказывала? Угу. Это кто такая? Корона. Можете, пожалуйста, перевести, что тут написано? Навряд ли. Комментарии написано. Навряд ли они смогут перевести. На русском. Потому что там на японском, по-моему, написано. Сделай, ну давай, распаковывай. Сделайте так, успели. Да, и переведите. Успели? Да. Давай. Ссылка будет на нее в описании? Да. Она модная, стильная и молодежная. Как китайцы любят это все запаковывать. 100 пакетов. Пакет в пакете, да? С бирочкой. А внутри, наверное, еще... Веревочка, да? Да, внутри должна быть веревочка. Что у нас? Конечно же, веревочка. С мощными карабинами, ты чего? Ага. Прям классными такими. А ничего тут случайно нет. Гляди, какие классные карабины. Так. У меня сумочка. Сумочка с двумя кармашками? Да. Блин, ничего не положили. Ничего такого. Никакую китайскую безделушку? Нет. Нет. Никак. На те, поясочек ваш. Давайте. Прикольная у вас сумочка теперь будет. Угу. Главное, что она какая? Китайская, с короной. Да фиолетовая. Да. Твой любимый цвет. Да? Да. Сейчас будет примерочка. Ну давай, покажи нам примерочку. Она... Пойдет? Мне, конечно, короткая. Нет, но ее же можно удлинить. Но для кота она нормальная. Ее можно удлинить вообще-то. У меня кот влазит почти полностью. Дайте-ка сумочку. Снимайте. Я вам удлинить. Длиннее сделаю. Не, давай пониже сделаем. Так. Так. Вот так вот будет нормально. Теперь. Ну, и что у вас получается? И вы можете сходить с котом. Да? Да. Удобненько? Да. Можно себе значки. Ссылка будет где у вас? В описании. В описании? Да. Да? А еще с вами можно носить. О, точно. Купленные в автомате. Говори всем пока-пока. Вам нужно положить в клай. Ну, говоришь всем пока-пока или нет? Всем пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.